защитник команды Академии спорта Адель Мухамедзянов. Прокомментируй сегодняшний матч, как настраивались на игру против УРФУ. Знали, как бы, что выиграли их в прошлом году, и они сегодня принимали нас дома. Какой был настрой, к чему готовились? Да, комментарий по матчу. Тяжелый матч, хороший соперник. Чем больше таких соперников будет в такой группе, тем интереснее и турнир, и вообще вся лига. Вот. В Казани, да, тоже был серьезный матч, помню, я тоже там играл. Ну, тогда мы выиграли 3-1, приняли вообще хорошо. Единственное, что Поляна, мне кажется, можно получше уровень можно было выбрать. Но какие условия есть, так есть и есть. Но соперник сегодня тоже очень хорошо играл, но своим пацанам, тренерскому штабу вообще хорошо очень настроились, показали характер. Вообще просто красавцы, больше слов нету. Расскажи, как вообще прошел турнир в Екатеринбурге, насколько хорошо вкатились в сезон? Да, хорошо прошел на самом деле. Просто могли где-то и в первой игре концентрацию додержать, там хотя бы даже ничейный результат, уже 5 очков было бы. Но 4 очка тоже хорошо, я считаю. Вообще очень хороший турнир, и влились в турнир все как надо. Просто сейчас нам надо до конца сплотиться и продолжать так же играть. И все, спасибо. Спасибо вам.